Александр, день добрый. Добрый день, Андрей. Скажите, пожалуйста, вот вы отслеживаете стратегии автоследования Финама, это такой популярный сервис, и наверняка у вас есть свое мнение, кто сейчас там в фаворе, либо трендовики, либо контртрендовики, какая сейчас ситуация на рынке и как это влияет на результаты. Ну, если говорить о фаворе, конечно, я отслеживаю. Но лидерами у нас за последние полгода те, кто шортит второй эшелон. Текежа, Мечел, ну и еще можно перечислить штук 10 акций. Вот кто открыл шорты по таким портфелям, сейчас опережают остальных процентов на 20-30 за последние полгода. И, ну, а если говорить второй эшелон нашего сервиса, то это, конечно, трендовая торговля. Это второй эшелон нашего сервиса, но причем он стартовал вот так вот по высокой доходности где-то в июле месяце. До июля тоже было грустно. Понятно. А как вы сами оцениваете сейчас ситуацию на рынке? Это унылый боковик пилообразный или что это вообще такое? Боковик в ожидании новой ставки Центрального банка. Потому что, ну, если ставка будет 20%, то боковик продолжится, по крайней мере, до выборов президента США. Это Ну, может осталось 3 недели до выборов-то, что там? произойти. Ну, здесь очень важно. Дело в том, что если не изберут Трампа, то он продолжится до неизвестно какого долгого времени. А кто будет президентом, я сейчас сказать не могу. Я тоже. Ну, если изберут Трампа, то тут возможны самые большие движения, как вверх, так и вниз. Понятно. А что есть предпосылки, что ставку начнут когда-нибудь снижать? Ну, пока нет, пока нет. Сейчас вопрос, какая будет ставка, 20 или 21 в октябре. Единственный вопрос, который сейчас стоит. Я не знаю, когда будут ее снижать, но то, что сейчас вот прогноз такой. Какой она будет, сказать сложно. Если будет 19, значит наш рынок вырастет. Я помню, когда к вам в гости ездил, и там Сергей Юрьевич был, Салтыков. У нас такие были между вами дискуссии насчет макроэкономической политики. Оживленные такие споры, по крайней мере. Как вы считаете, вообще ЦБ делает все правильно? Но нет, конечно, вы тогда могли, так сказать, слушать мою критику того, что ставка ЦБ не должна быть больше инфляции, больше, чем на 0,5%, причем официальная инфляция. Вот сейчас у нас официальная инфляция 8,7%. Какая должна быть ставка? Ну, 9,5%. Но никак не 19%. Да, я не против того, чтобы с инфляцией ставку повышали. Но она не должна быть больше, чем на 0,5%, выше, чем официальная инфляция. При 9,5 я уверен, что наш рынок сделает новые максимумы, возможно, даже превзойдет исторический 2021 года. Но когда это будет, ну, к сожалению, я вам сейчас сказать не могу. А когда будет этот исторический разворот, допустим, в середине следующего года политики денежной ЦБ, время будет купить акции, либо надо заранее уже готовиться, У нас гадать? здесь гадать не надо. Я уверен, что эта политика будет происходить на все-таки определенных заявлениях априори. И не надо ждать, что ставка будет там на 0,5% выше инфляции, а достаточно посмотреть на 4-6% ее снижения, даже прогнозы этого снижения со стороны Центрального банка. То есть, если он скажет, что это снизит в ближайшие полгода, вот уже повод для входа в рынок. Это не значит, что она будет такой, как она сейчас. Вот заявление Центрального банка, что в ближайшие полгода мы снизим ставку на 4% годовых. Покупайте. Да, понятно. Но они же себе руки свободные хотят оставить. Они же проводят политику адаптивную. Они же ничего так не скажут. Они скажут, если да то сложились предпосылки, да то. Ну, если они привяжут свое заявление к официальной инфляции, это уже будет тоже поводом для покупки. Вопрос, к чему привяжут заявление? Если скажут, что мы привяжем ставку к официальной инфляции в течение года-двух, ну вот повод для покупки.
А они скажут, ну, что делать, не знаю. Вот сейчас нет никакого повода, потому что, ну, ожидание ставки в октябре 20-21%. И пока заявление указывает, что вероятнее всего так и будет Центрального банка. Выборы в Соединенных Штатах, только что мы с вами говорили, не определены. А как вы считаете, российские акции на долгосроке от инфляции защищают или нет? Но долгосроки, безусловно, защищают. Безусловно. Там, ну и кроме, за исключением ситуации, если мы не берем кризисы мировые. Вот они не защищали нас в 98 году. Если кто-то купил в январе 98 года, от инфляции не вышел очень долго. А тот, кто купил в декабре 98 года, вышел из нее в течение 2 лет. Если говорить вот о 2008 году, то же самое. Если тот, кто купил в начале 2008 года, из инфляции не вышел до сих пор. А тот, кто купил в конце 2008 года, обогнал инфляцию в 4 раза. Ну, официальную инфляцию. Поэтому надо, конечно, смотреть, будет ли в ближайший год кризис в мире на фондовых рынках. Но после кризиса это легкая задача решить с помощью покупки и инфляции. Вопрос, будет или не будет кризис в Соединенных Штатах, к сожалению, у меня сейчас нет ответа, по крайней мере, пока его не видно, что он будет. Но, вы знаете, кто-то, мы не видели его летом 2007 года. А сейчас у нас осень 2024. Поэтому сказать, будет он, например, в 2026 году или не будет, очень-очень сложно. Резервы по инвестированию. Вот как вы относитесь к тому, чтобы держать, допустим, 15 или 20% в расчете на обвал фондового рынка? Ну, это я только за. Я только за, потому что, ну, как вот сейчас, наши лидеры по доходности – это денежные фонды. ЛКУДТ и СБММ. Поэтому естественно, что в сегодняшней ситуации, когда мы не видим динамики роста, вложений в эти фонды, ну, должны быть не, даже не 15-20, а примерно 40%. Ну, по крайней мере, на ближайшие 3-4 месяца. Понятно. По поводу обвала рубля, а можно сказать не обвала, а просто ударное ослабление. Было бы для вас это новостью, такое ударное ослабление рубля? Ну, если тут говорю о политике Центрального банка, связанной с прекращением поднятия ставки, то, конечно, наш рубль ослабит. Это можно предсказывать. Но еще раз подчеркну, он ослабится меньше, чем вырастет наш фондовый рынок. То есть в валютном отчислении цены фондового рынка будут выше. Да, понятно. У вас есть какие-то те прогнозы, не смотрели какие-то, вот, например, вероятностные какие-то вещи, например, Алексей Бочеров, который у вас с вами сотрудничает, делает различные вероятности, рассчитывает, где будет рубль. У вас такого нету? Ну, рубль, подчеркну, если Центральный банк поднимет ставку до 21%, то рубль больше 100 рублей не будет. Доллар больше 100 рублей не будет. Если Центральный банк поднимет ставку до 21%. А, конечно, при снижении ставки мы можем говорить о росте доллара на 10-15% относительно сегодняшней величины. Хотя я не очень понимаю, почему он сегодня растет. По одной простой причине, что у нас существенно снизились долларовые расходы на внешней торговле, и я не очень понимаю сегодняшний рост доллара, тем более на внебиржевом рынке. Не знаю. А вообще валюта-то в стране поступает или уже экспортерам разрешили оставлять все там? Поступает валюта, поступает, но поступает. Что у нас поступает? У нас поступает доллар, как ни парадоксально, а платим мы в основном другими валютами. Кто у нас сегодня основные импортеры? Это Китай, это Индия. Доллар здесь к этому не имеет никакого отношения. Вот многие подписчики моего канала говорят, что не надо вкладывать деньги в акции и в облигации, потому что скоро сорвет резьбу и начнется гиперинфляция. И никакой актив это не оправдает, бумажные. Как ты к этому относишься? Сорвет резьбу или не сорвет резьбу? Я могу сказать так, что гиперинфляции не будет. Ну, во-первых, я уже неоднократно повторял, что считать гиперинфляцией.
У нас средняя инфляция в 1999, 2009 году была 15,3%. Рынок наш вырос, если кто-то помнит, в десятки раз. Так что вопрос, какая инфляция, что такое гиперинфляция? Если говорить о 100%, то я не вижу причин для такой инфляции. А 15% это не гиперинфляция. При хорошей денежной политике, а тогда денежная масса у нас в среднем росла, даже не считая декабрьских скачков, на 32% в год, наш рынок вырос десятки раз. Но это, кстати, не показатель не только России. Вообще-то говоря, роста S&P 500, деленного на американский М2, нет с 1959 года. Поэтому вопрос не в том, какая инфляция, а будет, я не верю, что у нас может быть инфляция 100%. Ну, что такое гиперинфляция? Вот в Германии кайзеровской 20-23 год 25% в день. Это гиперинфляция. Конечно, гипер, но я в нее не верю, что сейчас такая будет у нас. А про инфляцию 15% в год я сказал. При Хорошо. хорошей росте денежной массы это приводит к росту акций гораздо выше, быстрее, чем наша инфляция. И то же самое, кстати, демонстрировали Соединенные Штаты Америки с 1959 года. Сейчас очень хорошие показатели у фондов золота. ВИМ и Т фонды. Ну, там еще, по-моему, несколько фондов есть золотых. А у вас есть вот стратегия, ну, у вас наследование, которое занимается только товарными активами? Да, есть такие стратегии, они занимаются только покупкой товарных стратегий, но вот это сейчас, да, они лидеры, их доходность с начала года составила уже больше 40%. Я беру абсолютные величины, а не годовые. В годовых, наверное, тоже можно посчитать, умножив на 4,3. Вот. Но могу сказать так, что эти же стратегии в прошлые годы имели просадки по 20-30%. И с чем они связаны? Ну, с тем самым ценами на металлы. Вложения в металлы, они несут в себе такие же риски, не меньше, чем вложения в акции. Поэтому, да, может быть очень хорошая доходность, как это было на нашем рынке, как мы уже сказали, в первой половине нулевых. Но при этом могут быть очень большие просадки. А что бывает у нас активы без рисков? Вы мне любой актив скажите, я вам скажу про недостатки его. Актив без рисков. Фонды ЛКДТ, СБММ. Ну почему же? Когда все из фондов устремятся в эту узкую дверь, когда вот Набиуллина скажет о развороте, посмотрим. Фондах ничего не будет. Да, будет Ну провал на... как, провал не будет на недельке 2-3? Нет, не будет провала. Но будет провал, зависящий от доходности конкретной ставки Центрального банка. У нас же сейчас, вот почему, откуда берутся у нас эти доходности. Вложение центральных банков, вложение частных банков, центральный банк под его ставку, ну, а правда не ставка центрального банка, а называется по-другому, РОНИ, по-моему. Вот, эти вложения в этом году выросли до 1 сентября на 128%. Понятно. Скажите, а вот... Эту ставку получить может любой. А вот еще людей И интересует фонды очень... ее получают, и никуда они не денутся. Понятно, что при снижении ставки мы увидим снижение цен этих фондов. Но это не 2-3 недели, это будет ежедневное такое снижение. Это будет один день, когда ставка снизится. Скажите, а вот ВИМ, там же есть еще юаневый фонд. Насколько это сейчас опасно, потому что непонятно, вот этот вот китайский банк, который осуществляет операции на Московской бирже, он убежит или не убежит в этом месяце? Ну, вы задаете вопрос, на который у меня, к сожалению, нет ответа. Я думаю, что вот здесь вот с юанями именно вложения имеют свои риски, потому что, конечно, экспортный, импортный обмен будет, а вот вложения в юань у нас все-таки могут нести определенные риски, вот как раз причины вы сказали, потому что могут быть закрыть банки для счетов юаней, для российских граждан, китайский банк. Это может произойти в любой момент. Да. Поэтому здесь риск, безусловно, есть.
И как он реализуется, сказать достаточно сложно. И реализуется ли он, или не реализуется, тоже вероятность не... Ну, я бы сказал так, вероятность того, что он реализуется, составляет, на мой взгляд, сегодня 0,3. Меньше 1/2, но достаточно большой. Скажите, пожалуйста, а вот в автоследовании к вам наверняка приходят люди, звонят, пишут, мы хотим свою стратегию транслировать. У вас есть какой-то критерий сита отбора? Вот на каком вы, как определить, стоит ли этот человек, или этот человек просто шляпой всей его стратегии? Нет, отбора нет. Что называется, хочет подключить стратегию, это означает, что он начинает демонстрировать на нашем сайте динамику своего счета по стоимости чистых активов. Ну, а дальше все будет зависеть, собственно, от этой динамики. Нахимичить в этой динамике невозможно. Это будет реальная его торговля. И я могу сказать так, что пока человек не покажет график хотя бы за 3-4 месяца, ни одного подписчика он не найдет. Ну, а как показать хороший график за 3-4 месяца, скорее вопрос человеку. Нет, ну хорошо, но одно дело показать график на 1 копейке, а с другой стороны показать там на 1 миллионе рублей. А вот люди, которые транслируют, у них какие портфели-то по размеру? Ну, минимальные суммы указываются, это безусловно, они привязаны, собственно, к счету автора, потому что если счет автора 1 000 000 рублей, а он ставит минимальную сумму 100 тысяч, то значит его операции должны быть не меньше, чем 10 лотами или 10 контрактами. Это отслеживается нашим сервисом, и если он совершает операции при таком складе одним контрактом или одним лотом, его просто отключают от автоследования. Естественно, после отслеживания, после 3-4 месяцев, потому что первому не отследим. Вот. Ну, а, соответственно, обратная ситуация может быть, безусловно, если у человека 100 тысяч, он ставит минимальную сумму подключения 1 000 000, ну, он может работать, как ему больше всего нравится. Ну, а что будет дальше, это вопрос только просчета проскальзывания. Пока никто не подключится к автору, мы ничего сказать не можем. Когда у него подключится 20 человек и пройдут 3 месяца, и мы увидим разницу в 20-30% годовых, ну, сами понимаете, пока этого не произойдет, мы ничего сказать не можем. А скажите, пожалуйста, вот у самого автора какой счет? У какого автора? Ну, автора стратегии, вот с каким вы, вот придет человек, у меня скажет счет 10 тысяч рублей, и вы что, вы подключите его, что ли? Я не могу понять. Подключим. Он может подключиться за 10 тысяч рублей. Другое дело, что он не может установить себе минимальную сумму в 5 тысяч рублей. Он должен поставить ее будет 10 тысяч как минимум. А может поставить 100 тысяч минимальную сумму. Это его право. Ну, а вопрос, насколько хорошо это будет. Во-первых, имея 10 тысяч, вы сами понимаете, что многие позиции будут занимать большие плечи. А не Все это полу... сократит круг тех, кто может подключиться. А не получится такая идиотская ситуация, что у автора 10 тысяч, а за ним следуют люди с десятками миллионов? Может, может. Если это сделки автора не вызывают большого расхождения на этих 1 000 000. Понятно. Все, спасибо большое за интересное интервью. Я почему спрашиваю? Потому что у нас Павел Жуковский очень сильно рассказывает вот все перипетии, как он вливается в этот вот продукт. Все очень интересно. Ну, Павел Жуковский был приглашен мной как раз в Казани в начале сентября. И ему, в общем-то, мнение, его счет сейчас имеет доходность с момента старта счета. Ну, Потому что понятно. Да. вот открыл он счет в конце, по-моему, июня. Несмотря на то, что стратегия открыта была только в сентябре, мы загрузили туда доходность этого счета с момента открытия, проверив, что там были только доступные инструменты для обследования. Так что это реальная доходность Павла Жуковского на его счете. Все, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо вам большое. Всего Я... доброго. Буду рад вас видеть. Да, я тоже рад.